К концу года в Кирове будут ликвидированы очереди в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. Проблему решит строительство 3 новых детских садиков. Подробности у Кирилла Солятина. Рождаемость увеличивается, молодежь из районов едет в центр. В итоге мест в детских садах не хватает. К тому же в 90-е годы 120 садиков в Кирове было закрыто. Все они были вневедомственными, принадлежали предприятиям и организациям, которые во время кризиса просто решили от них избавиться. С 2009 года началась работа по возвращению этих учреждений в систему образования. 22 таких детских садика мы вернули в их изначальное значение. Ну и вы знаете, что начиная с 2008 года, приняв программу развития нашего дошкольного образования, мы начали строить интенсивно детские сады. На сегодняшний день в Кирове постоянно работают 140 детских садов. Однако этого мало. В администрации города постоянно идет работа по созданию новых мест в детских дошкольных учреждениях. Сегодня начинается строительство еще 3 детских садов. Вот 3 детских сада. Если Урванцево 260 мест, Ганина 260, Долгушина 240, плюс 2 детских сада капитально ремонтируются по 100 мест, 240 мест в чистых прудах, второй детский сад строится, поэтому где-то к концу года мы добавим еще 1260 мест. То есть мы детей до 3 лет в этом году закрываем, тем самым выполняя указы президента. В мае началась выдача путевок детям, родившимся в 2012 году. В настоящее время практически все путевки уже выданы. В группы полного дня и кратковременного пребывания пойдут дети, родившиеся в период с 2011 года и по октябрь 2012. Родителям детей, рожденных в ноябре-декабре 2012 года, пока предлагается альтернативная форма дошкольного образования – группы кратковременного пребывания. Кирилл Сысолятин, Максим Козлов, Игорь Охотников, Вести Киров.